сожалению, не хлебницу. Мой самый большой плюс и самое большое достижение воркшопа – это то, что спустя месяц или два после его окончания я совершенно осознанно приняла решение уволиться со своей работы. Потому что на воркшопе у всех у нас были разные цели, разные задачи. У меня это было какое-то погружение внутрь себя, и атмосфера, которая царила на наших встречах, очень этому способствовала. И заглянув в себя, найдя на это время, я поняла, что какого черта, собственно говоря, я продолжаю себя лицом об асфальт все это время. Мне это было очень важно. Поэтому 1 июня я уволилась со своей работы совершенно осознанно и легко. И до сих пор пребываю в этом состоянии.